Здравствуйте. Общественную территорию на проспекте Курчатова в Железногорске начнут благоустраивать уже в июле. От начала 48-го дома до ЗАГСа сделают новое дорожное покрытие, клумбы и зоны отдыха. Именно за благоустройство этой территории проголосовали горожане. Работы начнутся примерно 9 июля. Подробности далее. Будут выполнены работы на общую сумму 10 235 000 рублей. Вот, то есть чуть больше 10 000 000 рублей. Связаны они будут с понятием благоустройства всей вот этой площади, пешеходной зоны, которая у нас напротив 48-го дома по проспекту Курчатова. Вот эта красивая штука, это будет цветная выкладка, такая, значит, тротуарной плиткой, несколько цветов, и мы предполагаем, что вот эта вот цветная картина, она будет радовать глаз. У нас из двух частей стоят работы, то есть вот это вот общее по поводу 48-го дома. У нас будет здесь выставлено определенное количество элементов благоустройства, вот эти вот так называемые эркерные выходы, вот эти, да, это все такие будут зоны, где будут стоять скамеечки, будут стоять вазоны. Достаточно большое у нас количество данных элементов благоустройства будет. У нас будет стоять освещение. Вот по вот этой границе, которая вот пунктиром таким ярким выраженным на нашем материале приведена, это та самая зона, который будет разделять эти два участка. Вот по вот этой вот всей зоне будет стоять подпорная стеночка небольшая. Верхняя часть будет асфальтироваться. Вот у нас эта зона асфальтирования, которая будет стыковаться вот с той картинкой, которая здесь нарисована. Будут некоторые небольшие элементы, но тем не менее специальной тактильной плиткой для маловидящих людей. Они будут выстроены вот на том, что входы во все магазины, которые у нас есть на этом замечательном адресе. Вот там 48-й дом у нас остается, а вот это у нас ЗАГС. То есть у нас фактически эта история будет простираться до современного ЗАГСа, до угла, скажем, этого здания. Тоже вот такая достаточно, ну, предварительно красивая выкладка цветная. Здесь тоже будут лавочки. Здесь тоже будут вазоны новые, достаточно интересные. Здесь тоже будут осветительные мачты. То есть возникает такая общая пешеходная часть. Ну, с нашей точки зрения должно получиться красиво. От ЗАГСа практически до проезда между 48-м домом и торговым магазином, называется «Балтийский». Мы предполагаем, что на финале, финал этой истории планируется у нас пока на сегодняшний день 3 сентября, мы получим картинку, которая нас всех порадует.